Запах сгнившей рыбы, испорченных овощей и плесени давно стал привычным для жителей микрорайона Западный. В частном секторе несколько лет не могут решить вопрос с уборкой отходов. 2 года назад в поселке частная фирма установила баки, но за вывоз мусора рубцовщане отказались платить. Мы послали туда бункера. Во-первых, на самом деле завалили, то есть стали везти отовсюду туда. Второе, за 2 месяца уровень оплаты данной услуги сократился, по-моему, 3 раза. Когда контейнеры убрали, свалка начала расти. Вскоре мусор стал собираться у канава для отвода грунтовых вод. Спасатели говорят, если ров засыпят отходами, вода начнет подтоплять дома. Местные власти ищут организацию, ответственную за вывоз мусора. Правительством Алтайского края объявлен конкурс по выбору регионального оператора, который будет отвечать за сбор, транспортировку, утилизацию твердых коммунальных отходов в Рубцовской зоне. На встрече местных жителей замглавы администрации Рубцовска так и не смогли решить, что делать с отходами в микрорайоне. Единственная надежда на мусорную реформу. С 1 января 2019 года каждый житель России будет получать квитанции за уборку бытовых отходов. Региональный оператор обязан оказывать эту услугу, независимо от того, оплачена она или нет. Ирина Корчагина, наши новости.